Да, Вера. Давайте я начну. Я сегодня решила, что то, что я буду делать, оно как-то естественно будет рождаться в процессе самой практики. И интересно, что мне вот на нашем субботнем ретрите родилось какое-то вот яркое переживание того, что можно не страдать от того, что я сейчас не пробуждена, и что я к этому очень сильно прям стремлюсь, потому что можно его воплощать, это пробуждение в текущий момент, как оно есть. То, как оно есть, вот это переживание, генеральной активности, как его так называется, что оно само по себе очень гармонично. И в этом есть как-то очень много покоя, с одной стороны. И с другой стороны, вот сегодня, как один из элементов практики, мне вот в этом контексте понравилось исследовать, как я возвращаюсь в присутствие. И это было такое плавное, как будто текание вот в этот текущий момент. И оно было, как мне показалось, не совсем из полной прямо неосознанности. Что все-таки вот я увидела вот это что-то, что даже в мыслях оно как будто вот как-то тайно отсутствует, а потом я начинаю как будто постепенно рождаться вот из этого отсутствия в присутствие. И оно как-то вот постепенно, да, вот начинают какие-то части тела восприятия возникать, потом что-то еще. И вот это как будто такое мягкое-мягкое рождение, и оно очень приятное. Честно говоря, раньше я так не переживала, это приятное, ну, такое какое-то даже радостное в каком-то смысле событие, потому что раньше это было больше ну, как такое недовольство, что я отсутствовала, а тут вот такая радость от того, что я присутствовала, оно в частности связано с тем, что, по сути, есть вот это переживание, что даже там, где меня нет, я все равно в какой-то своей части присутствую. Ну, то есть, как будто действительно я немножко пережила на опыте, что все окей, и там, и там. И оно рождает какое-то вот такое приятное общее вот переживание с тем, что можно воплощать вот это пробуждение, как оно есть и как оно мне доступно. А оно почему-то и с этим спокойствием оно как-то больше углубляет. Ну, еще для себя... Углубляется от того, что вы никуда не идете. Да? Что вы никуда не стремитесь в этот момент. Вот прям чего-то, чего здесь нет. Да, 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 какого-то прям такого яркого желания, что вот неудовлетворенности, да, вот нет вот этого вот сильно того, что я не там, где я вроде как хочу быть, хотя тоже непонятно, где я хочу быть. Оно какое-то прям глубинное вот это удовлетворение от того, что ну, на самом деле все окей. И еще интересно, я подключилась сегодня, оно как-то само до себя подключилось. Я заметила, что каждый раз, когда я что-то читаю, какие-то ваши тексты, или слушаю, и вы шутите, у меня рождается какое-то особое переживание. Что это, ну, как такое вот памятование. Что все, что я замечаю, это в сознании. Вот когда вы замечаете, что на вас кто-то смотрит, где это происходит? В вашем переживании себя, да, в сознании. Вы осознаете то, что на вас кто-то смотрит. Из темноты там какой-то теплый. Добрый, по-доброму так смотрит, так глаза. Добрые глаза. Вот, и, в общем, ну вы осознаете это в своем... И это присутствие, но оно такую какую-то особую окраску имеет. Я тоже вот сейчас с этим экспериментировала, оно само как-то вспоминалось, что-то смешное. И получается, что я действительно возвращаюсь в присутствие, и в нем есть вот, если я просто рассматривала, то интересно, а что в этом присутствии, какие качества есть, когда вот именно так возвращаюсь. Там действительно есть какой-то элемент игры, легкости, и в то же время это вот такое прям тонкое присутствие, оно такое нежное. Вот, ну, вот такие у меня сегодня были эксперименты. Спасибо.
Я тут сейчас чуть отзовусь по поводу первого этого, что вы, когда вы как бы никуда не идете, в смысле, не стремитесь к чему-то, чего здесь нет, а вот ну, какому-то, может быть, какой-то фантазии о пробуждении, которое где-то впереди, то тогда вот получается, что что-то начинает воплощаться уже прямо здесь, да, и это что-то, может быть, оно невыразимое словами, но оно ценное почему-то. Вот здесь просто это, ну, то, что я предлагаю, это, в общем-то, определенный стиль практики, вот, который, в общем-то, ну, в нашей традиции, ну, вот, который, как сказать, господи, что я запутался, что это определенный стиль практики, это определенная традиция, которую предложил Доген, хотя, опять же, он не придумал это, а он взял этот стиль из Китая, но просто он сделал его более, он его как-то оформил и яснее, может быть, и фактически создал эту школу определенную, вот этот стиль практики, который стал теперь известен как школа Сота. И нужно понимать, что это действительно определенный метод работы с собой. Вот когда мы как специально никуда не стремимся. Наоборот, вот как-то отпускаем любое стремление, но странным образом, удивительным образом, тогда само действительно что-то начинает проявляться, начинает воплощаться, или вот как он любил, Доген об этом говорить, актуализироваться. Вот нечто потенциально существующее, ну вот это пробуждение, назовем это так, таким словом, оно начинает само проявляться, когда мы, собственно, не стремимся к нему. Тут это связано с определенной историей, в общем-то, вот самого Догена, как, в общем-то, он пришел к этому, к этой практике. Просто он, ну, он там с 13 лет, по-моему, где-то в монастыре, ну, с какого-то раннего подросткового возраста, его отдали в монастырь, и, в общем, ну, как-то он был приобщен к этой практике, но он был тогда в школе Тендай, и такая вот наиболее была развитая в Японии в то время буддийская школа Тендай. И в Тендай, вот в этом, там была такая доктрина природы Будды, изначальной природы Будды, что она есть у любого человека уже сразу, ну, у любого существа вообще-то, да, что... И как бы тогда получается идея, что особо делать ничего не надо. Да, вот природа Будды уже здесь. То есть нам никуда стремиться не надо. Если мы говорим о каком-то пробуждении к этой природе Будды, то вот же она уже здесь. Но с другой стороны, там весь буддизм там с самого начала он построен на том, что вот мы живем в некой там сансаре, в мире страданий, и нам нужно куда-то попасть в какую-то нирвану, вот где вот там эта природа Будды раскроется, и вот там мы будем жить совсем по-другому. И вот для него это был такой какой-то вопрос, такой, если уже природа Будды есть, зачем нам медитировать, зачем что-то делать, да, вот это вот противоречие логическое, да, такой обычной логики как раз, что А не является Б, она не может быть тождественна, да? Если природа Будды есть, то мы, значит, нам не нужно к ней стремиться, вот, а если она ее нет, тогда, значит, вот почему они говорят, что она есть, и вот он, в общем, пытался решить эту загадку, всех спрашивал, никто ему толком ответить ничего не мог. Вот, в Японии, как минимум. Тогда он, значит, поехал в Китай, и там вот он нашел эту школу Цаодун, там как-то путешествовал, вроде опять расстраивался, что никто ему не может ответить на его вопрос, и в итоге вот он встретился с учителем, и там он как-то это понял, именно, ну, понял через свою практику, через эту. И потом, вернувшись в Японию, он, соответственно, стал это преподавать там. Потихонечку-потихонечку как-то стал это так или иначе распространять. И тексты писал свои, и вот, собственно, преподавал. У него был там монастырь, вот своя сангха. И... Собственно, вот идея-то, ну, как ее можно было бы объяснить, наверное, так. Хотя, опять же, когда мы касаемся вот этих вещей природы Будды, таких слов, да, то понятно, что это вот речь идет не об объекте, то есть, на который можно было бы показать пальцем,
И поэтому слова, в общем-то, здесь очень ограничены. Это как раз мы можем как-то какую-то конфигурацию пальца этого особую словами создавать так, чтобы, может быть, он нам кому-то показал на то, что не называемо как раз. И, ну вот, условно, такая карта, что, ну, это вопрос вообще отождествления, да, с чем мы отождествляемся. Вот если мы спрашиваем, вот у меня есть какое-то переживание себя, я говорю, что я сейчас чувствую себя таким непробужденным уродом, каким-то вот, вот что я такой серый, бедный, несчастный, непробужденный, и страдаю, я страдаю, как все, значит, страдающие существа, и мне надо вот пробуждение, чтобы вот, чтобы что? Чтобы быть счастливым каким-то, вот, чтобы блаженство, чтобы радоваться, чтобы было приятно. Вот в нирване. Окей. И тогда вопрос, вот кто этот я? Да, кто этот я? Получается, что, ну, наша такая основная все-таки идентичность у большинства из нас, насколько я так понимаю, практически у всех, кто рождается в этом мире, она, вот, то, что мы можем назвать эго, да, личность, вот, то, что собрано под этим именем, этой человеческой формой и какое-то вот внутреннее переживание себя как идентичности. Вот то, что называется эго. У эго есть, соответственно, задачи выживания. Оно связано, это эго связано с организмом. Да? Вот организм, я, как я ограничен этой кожей, вот я здесь нахожусь. И тогда получается, что я организм, и эго, то есть как вот это как бы одно, получается, что эго как-то переживает себя как организм, и эго как одно, да, как целое. Это все ограничено кожей, и тогда сознание, то, что я переживаю как сознание, во-первых, я говорю, мое сознание, то есть все, что, ну, как бы эго замечает в себе, оно присваивает, оно делает своим, оно говорит, что это мое, моя рука, мой палец, могу шевелить, могу не шевелить, я управляю, да. А мое сердце, я им не управляю, конечно, вот как эго, оно там само, но все равно я его считаю своим, оно, значит, мне принадлежит. Почему? Потому что оно внутри этого организма, внутри меня. Оно не какое-то внешнее по отношению ко мне. Вот даже там, ну, скажем, книжка, это как бы не я, хотя она тоже моя, но я различаю, она в этом пространстве, да. Но в любом случае, вот то, что за под кожей, оно точно мое, точно мое. Даже если я там этим не управляю. И тогда получается, что сознание, или там мысли, я говорю, мысли, мои мысли, чьи мысли, мои, конечно, там эти чувства мои, сознание мое. То есть такая вот, получается, в этой карте конфигурация восприятия, что я как эго, я хозяин, и это все мое внутри этого меня. Дальше, конечно, если мы начинаем так вот всматриваться в это подробнее и там спрашивать сами себя, вот если эго все-таки начнет себя тормошить, будить и спрашивать, говорит, слушай, ну, а что значит твое-то? Вот окей, ну вот что, ну вот и книжка твоя, да, ну, как бы я говорю, что она моя, что хочу с ней, то и делаю, то и врачу. Хочу вот ее, возьму сейчас об стену, и моя воля, сломаю ее. Или буду заботиться, наоборот, да, вот потому что моя, потому что хочу. А вот я решил, я как бы ее контролирую, эту книжку фактически. Хотя, опять же, до определенной степени я ее контролирую, да, потому что у нее там есть какое-то устройство, в котором я ничего не понимаю. Это она возьмет и сломается сама. Вот не я ее сломаю, она сама сломается. И чего? Вот наконтролировал. То есть я предел контроля здесь тоже чувствую. Ну, а вот если я внутрь пойду, то, как было сказано, сердце там как-то само работает, пищеварение само. Я кучу всего найду в своем организме, вот в этом в теле, что работает само, и чем я вообще-то не могу никак управлять. Вот пальцем я могу шевелить, да, там рукой. Что-то многим я могу вроде бы вот выбирать. Хочу, там, встал и пошел. Хочу, сел и посидел. Но огромным количеством процессов я управлять не могу.
И вот тут тогда уже вопрос, а тогда что значит, что это твое или не твое? Если ты там не можешь этим вообще контролировать, не можешь этим что-то делать. Вопрос. А потом мы говорим про сознание, да? Окей, вот сознание. У нас появляются эти какие-то мысли, да, которые потом почему-то нас начинают мучить. Какие-то мысли, некоторые страшные мысли там, которые нас самих так пугают, какие-то нам мучить там каким-то своим внутренним конфликтом. Да? Потому что, опять же, я там решил, я вот, мы вот сейчас сделали в этой практике, вот задумали чего-то в будущем, да, вот это моя ценность, я хочу, чтобы этого было больше в моей жизни. Я вот медитировать хочу, например, я буду сидеть каждый день, значит, каждый день медитировать, по часу, даже два часа, потому что так хорошо, утром будет час и вечером будет час, да, вот, ну и вот, окей, кто проходил через все это, когда назначили, потом, значит, нет, только не сегодня, завтра, ну вот, в общем, и все, и вот так поехал. И тогда, опять, ты контролер вот этого своего, да, вот ты тут надумал что-то. А почему, вот, собственно, твое поведение-то, оно связано с мыслями, с чувствами, и вот потом ты расстраиваешься по этому поводу, да? Вот опять, ты контролируешь эти свои чувства. То есть мы начинаем видеть, что как много мы не контролируем внутри. Хорошо, тогда, может быть, это эго и не является центром и хозяином вообще всего на свете. Может быть, это некая там иллюзия. Вот тут, ну, через определенную практику, опять же, такого вот всматривания, и она может быть связана в том числе вот с таким даже анализом, да, когда я начинаю всматриваться и спрашивать, окей, ты говоришь, что ты хозяин, так ли это? И вот эти вот, такая уж большая уверенность в себе, как в хозяине всего на свете, она потихонечку может уходить, но мы можем обнаруживать что-то другое, да, что вот эти все процессы как бы идут сами по себе, они двигаются сами по себе. И дальше, если мы продвигаемся в это исследование с помощью вот этой созерцательной практики, то есть такого всматривания в себя, с помощью в том числе анализа, с помощью каких-то разных там буддийских парадигм, вот мы приходим к тому, что окей, вот есть сознание. Вот, в какой-то момент, может быть, мы находим сознание само по себе. Ну, в смысле, что если я осознаю сейчас то, что вижу, то, что слышу, то, что чувствую, я чувствую это, ну, предположим, вот я говорил об этих чувствах или об этих мыслях, да, они как бы переживаются вот внутри, как некие объекты, да, вот они возникли, объекты. Хорошо, вот пусть, то есть я как... У меня есть переживание себя, как вот этого эго, который смотрит на все и который там, значит, вроде бы контролирует или не контролирует. Я уже обнаружил, что оно там не все контролирует, но оно как минимум смотрит. Но у меня есть переживание, что это я, как эго, смотрю на что? На мысль, которую я не контролирую, которая откуда-то взялась и там как-то живет где-то. Вот. И тогда следующий, может быть, вопрос, а где мысль взялась? А, значит, откуда она взялась? И где она живет? И вот тут начинается интересное. Она взялась, но откуда? Из сознания она взялась, да? То есть ей взяться просто ниоткуда больше. То есть хорошо, из сознания. И где она сейчас? Вот если я ее вижу все-таки, или там чувство какое-то, переживание, да? Вот вообще я в контакте с этим сейчас. Я осознаю, я вижу. Где это? Опять, нигде больше, как в сознании. И вот тут потихонечку, может быть, у нас может происходить такое понимание, что, а может, я вот не это маленькое какое-то эго, потому что, опять же, если это эго есть, ну, оно есть у меня, есть же субъективное переживание, что я есть. Но где это же эго находится, как не в сознании? И вот тут может происходить какой-то такой, может быть, проблеск, да, какой-то шифт небольшой, не сразу, а вот как-то постепенно, может быть, какими-то скачками такими время от времени, но какое-то внутреннее понимание, не интеллектуальное, а вот именно шифт
самой тождественности, самого тождествления, вот от этого маленького эго к сознанию, собственно, что может быть я, вот какой, что, хотя у меня есть переживание вот этого маленького эго, но может быть есть еще какая-то большая тождественность, это вот как матрешка, да, вот матрешки эти, одна внутри другой. Вот получается, что есть какие-то чувства и мысли, например. Это можем рассмотреть как такую маленькую матрешку. Есть какая-то побольше матрешка, вот это эго, которое считает, что оно все это вмещает в себя. Но если мы посмотрим еще как-то шире, то увидим, что это эго вмещается в сознание, которое не является объектом уже, да, но оно какое-то вот большее переживание себя. И вот тут получается, что, возвращаясь к истории Догена, может быть, это и есть как раз вот та природа Будды, да? Та природа Будды, которая действительно уже сейчас, уже здесь. Вот это сознание, которое в себя все вмещает, включая все мои паршивые мысли, включая все мои неприятные чувства, включая это эго, которое все пытается контролировать и не может многое контролировать. Но оно все включено вот просто в то, что мы называем сознание. И мы понятия не имеем, что такое сознание, но мы его переживаем. И тогда вот следующий шаг уже такой логический, да, в этом рассуждении. Да, он достаточно очевидный. Окей, если вот это действительно сознание уже присутствует, тогда вопрос, как мне от отождествления, жесткое его отождествление, жесткой какой-то вот этой сцепки с эго, я как эго, перейти к я как сознание. Есть ли туда переход? И вот тут получается, что опять, я, так как я не могу в это перепрыгнуть вот как-то каким-то, у меня нет прямого способа перепрыгнуть туда, ну, какого-то вот взять, вот сказать, что теперь я перестаю быть эго, я становлюсь сознанием. Да, вот, не можем, опять, потому что это хочет эго сделать, а оно не может. Да, оно не может. То есть получается, что эго как бы хочет стать богом, да, вот этим сознанием. Это невозможно. И тут тогда вот нам нужно, ну, в каком-то смысле вот этому эго нужно найти тот или иной способ сдаться. Поэтому очень многие как раз религиозные или там духовные учения, они говорят об этой сдаче, да, о том, чтобы отдаться, чтобы перестать стремиться. Потому что эго не может стать богом, эго не может стать сознанием, нет туда ему пути. Оно как бы, оно по определению вот это маленькое эго. Но то уже тоже присутствует. И тогда какой-то способ сдаться, и вот, собственно, тот стиль медитации, который предлагает Доген и там до него эти учителя китайские, фактически это какой-то способ сдаться, как я это чувствую, как я это воспринимаю. Да? То есть мы садимся и говорим, окей, мы никуда не идем. Мы ни к чему не стремимся. Мы перестаем манипулировать всякими объектами внутри, перестаем пытаться им манипулировать. Вот у меня плохая мысль, так, мне нужно хорошую мысль выработать. Вот мне неприятно, мне нужно сделать себя приятно. Я перестаю это делать. Я говорю, окей, я сдаюсь, я буду просто сидеть, просто быть. Вот все, что будет приходить, то и будет приходить. Окей, мне нормально. И тут удивительным образом, потому что чему я сдаюсь-то? Чему сдается это эго? Оно сдается вот этому большому сознанию. То есть как только оно сдается, то оно обнаруживает, что сознание действительно здесь, оно никуда не уходит. Было всегда, потому что это эго фактически состоит из сознания, оно ни с чего из другого состоять не может. То же самое. Эти мысли, приятные, неприятные, они состоят из сознания. Это как волны состоят из воды. И вот тут это понимание, оно вот это переключение, отождествление, оно происходит само, действительно, и тогда это, ну, для людей бывает, для многих как-то вау, да, какое-то такое переживание прям, ох, там что-то такое прям сильно отпускает, какой-то взрыв внутренний, то есть это очень индивидуально, поэтому как раз пробуждение, просветление часто очень описывается как бабах, что-то такое вот невероятное, потому что такое невероятное расширение к этому сознание там, ага. Оно действительно, потому что если всю жизнь я чувствовал себя вот этим маленьким, вот этим выживателем, который здесь вот достигателем чего-то, убегателем всегда от каких-то угроз, то тут я
становлюсь просто вот этим тому, что неописуемо, в принципе, словами, она не, потому что оно не ограничено ничем. А во-вторых, оно не, ну, как бы, им никуда не надо, там нет времени, там, ну, чем, и, ну, и поэтому это как-то часто переживается как нечто грандиозное, но в этом есть определенная тоже проблема как раз. В этом уже описание этого как чего-то грандиозного. Потому что как раз как только это становится грандиозным, это становится опять целью, которую я стремлюсь, хочу достичь, потому что, ну как же, это ж, вот как же это хорошо-то. Вот оно. То есть мы снова в этот круг погружаемся, круг этот сансары, где опять мне теперь нужно достигать там не крутую тачку какую-нибудь, кому она нужна, конечно, вот, ну или чего-то там достигали до этого, быть там хорошей матерью, там, например, там, или, ну, у каждого свои какие-то вот эти. А тут теперь стал это Бог целью, да, вот это просветление, пробуждение. Чем отличается? В этом смысле вот оно ничем не отличается. То есть это как старуха, которая там, теперь не хочу быть этой, значит, дворянкой столбовой, а вот дайте мне теперь. Вот я хочу теперь всем быть уже, всем, и чтобы у меня эта рыбка была на побегушках вообще. Да? Вот то же самое, вот это стремление, когда эго хочет пробудиться, это то же самое, это вот та же самая старуха, и она всегда остается с этим корытом, потому что уже вот тебе, потому что это эго, не, это высокомерие эго. И вот поэтому, а как нам... Вот тут парадокс, тут все, весь этот путь, это путь парадоксов, потому что, ну а как? И у меня же все равно, это же является какой-то моей мотивацией вообще по практике, да? Я же, ну действительно, мне тесно в этом эго, я же, вот же я же в нем уже все. И вот как мне сдаться, чтобы это стремление теперь сдаться не стало новым высокомерием? Да, вот теперь я буду таким серым, и, значит, ну, я буду сдаваться. Опять ловушка. Вот, ну вот, и поэтому вот этот Дагин говорит, окей, а вот давай просто сидеть будем. Давай будем просто сидеть. И вот бывает, что когда ты говоришь, хорошо, все, я уже устал от всего этого, буду просто сидеть. И ничего не ждать уже, ничего не ждать. Вот бывает, мы действительно начинаем улавливать что-то. Но действительно, если это бывает, если это искренне получается, вот как бы, когда я перестаю хитрить там как-то, вот, когда говорю, что я буду вот сейчас просто сидеть, я ничего не жду, ничего не жду, ничего не жду. Но сам-то знаю, что я использую это как метод, чтобы, значит, ага, чтобы вот это. И вот это вот, оно же хитрое, это эго, да? Но когда я говорю «оно», это я. Да, это каждый из нас. Это мы теперь опять... Оно же сам, вот когда я даже сейчас говорю, когда я не называю эго чем-то отдельным от себя, говорю, вот это эго, вот оно вот такое, оно хитрое, оно, значит, такое. Ну, это же эго и говорит. Кто сейчас говорит? Это эго говорит. Другого, потому что нет другого говорящего. Все остальное молчит. И, в общем, вот пути нет. Пути нет такого, я имею в виду, что вот прям прямого. Но мы можем вот что-то пытаться. Ну, вот это как такая комментарий через историю. Вот, может быть, что-то в нем у вас. Так, ну уже время-то. Окей, может, еще кто-то хочет поделиться все-таки, чтобы дать еще кому-то слово чем-нибудь. Хорошим или плохим. Нет. Ну, тогда давайте заканчивать будем. И спасибо всем, кто сейчас присутствовал, кто там в записи, люди будущего. Всем привет. Знаете, раньше комсомольцы закладывали бутылочки куда-то. Через 30 лет комсомольцы прочитают это. Вот так же вот сейчас кто-нибудь в будущем сейчас смотрит это. Хорошо, значит, в четверг приглашаю всех на праздничную медитацию. Чем-нибудь придумаем праздничное, новогоднее. Спасибо. Пока, счастливо.